Финал научно-исследовательского конкурса имени Тазарета Дедикаева состоялся в СКГМИ. Свои проекты представили 15 студентов республиканских вузов. Они соревнуются в трех направлениях – электронике, физике и программировании. Результаты объявят 26 апреля. Победители получат денежную премию. Конкурс проводится уже в 12-й раз. Организаторы – СКГМИ и фамилия Дедикаевых. Огромное рвение молодежи потом уже заниматься и физикой, и электроникой, программированием. Результаты мы на себе все всегда ощущаем и с огромным удовольствием потом мы наблюдаем дальнейший путь этих молодых ребят. Я создал электроскейтборд, который можно управлять при помощи телефона, мощь беспроводной сети. Я ожидаю от конкурса лучших впечатлений и знаний получить, опыта выступлений.